Развитие спортивной инфраструктуры в Хабаровском крае обсудили на аппаратном совещании при правительстве региона. С докладом выступил министр физической культуры и спорта Николай Чупров. Подробности далее. По его словам, за 2006-2015 годы в рамках федеральной целевой программы было построено и реконструировано 22 объекта общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей в 11 муниципальных образованиях края. Среди них спортивный центр «Орлан» и запасное футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре, комплекс для художественной гимнастики «Олимпия» и краевой центр развития хоккея «Амур» в Хабаровске, стадион «Юность» в Амурске, спорткомплексы с плавательными бассейнами в Советской гавани, Ванино-Николаевск на Амуре и другие объекты, рассказал Николай Чупров. Одной из главных спортивных строев стала ледовая арена «Ерофей» на 10 тысяч мест в Хабаровске. На возведение современного объекта, где в прошлом году состоялся чемпионат мира по хоккею с мячом, направлено свыше 5,5 миллиардов рублей. Министр подчеркнул, что развитие инфраструктуры позволило значительно повысить вовлеченность населения в систематические занятия физической культурой и спортом. За 2008-2016 годы доля таких граждан возросла с 15 до 35%. В том числе среди школьников и студентов с 48 до 65,5%, среди инвалидов с 2% до около 13%. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений края превышает средние показатели по Дальнему Востоку и стране в целом. Сегодня в рамках региональной программы продолжается реконструкция спорткомплекса в поселке Снежный Комсомольского района, стадиона «Смена» в городе Юность и строительство плавательного бассейна в Чикдамыне. Ведется подготовка к строительству туристического центра в районе Горного хребета Большой Хихцир для проведения различных соревнований по всем дисциплинам горнолыжного спорта, сообщил Николай Чупров. Кроме того, подготовлен проект соглашения о сотрудничестве правительства Хабаровского края и Минспорта России, согласно которому при государственном софинансировании до 2020 года в регионе будет построено 5 спортивных объектов общей стоимостью более 8 миллиардов рублей. На эти средства предлагается создать региональный центр по развитию спорта в Комсомольске-на-Амуре, краевой дворец единоборств в Хабаровске, спортивный центр в Бикини, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Вяземском и стадион-площадку при школе номер 13 города Юности, уточнил министр физической культуры и спорта края.